Ну, что вам сказать? Раньше я только рассказывала рецепты в программе «Идеальный выходной», теперь вот приходится готовить, воплощать в жизнь все, о чем я так много рассказывала. Теперь и в моей семье смогут насладиться моими кулинарными познаниями. Если честно, друзья, я очень-очень скучаю, очень хочу к вам вернуться, собирать для вас новые рецепты. И если у вас есть в запасе что-то, чем вы можете со мной и с моей семьей сейчас поделиться, пишите прямо здесь в комментариях. Очень люблю вас!